это за тварь? Мертвец? Мертва! Это явно не к добру. Что это за тварь? У мертвия? Ялпа! Чего тебе надо? Ялфа! Хотите мне что-то сказать? Сперва он решил, что я был в Асгарде, потом соврал. Я пытаюсь тебе жизнь спасти, дубина! Надо спрятаться от холода. Аука! Yeah.
Тихо! Найду укрытие. И что? Куда мне идти? Если я пойду в Асгард, будет как в пророчестве, где отец погибает. Но если я буду сидеть дома, то не смогу его предотвратить. В Асгарде я смогу хоть как-то проследить за Одином. Осторожно выведу его план и приму меры. Кого я обманываю? В Асгард пути нет. Это что, красные листья? Дом Фрей! О, нет! Чарли! Нет! Чарли! Ответь! Нет! Чарли! Привет, Крепыш! Я с тобой! Не волнуйся! Надо тебя согреть! Тебе придется встать, а то я не пролезу! Попробуешь? Чарли, если не встанешь, я не смогу помочь тебе. Хемили! Хемили! Я знаю, дружище. Знаю. Очень холодно. Перво-наперво нужно закрыть это окно. Фрейя тебя не навещала? Ясно. Была занята охотой на нас. Ладно, давай тебя отогреем. Из мусора, наверное, получится сделать костер.
Это Бальдре? Как отцу удалось заслужить ее прощение? Броня Валькирии как-то связана с крыльями на стене. Ее подруги? Интересно, что с ней стало? Ого, какая красота! Никогда не видел ничего подобного. Из ее дома в Ванахейме она, наверное, по нему скучает. Сейчас, сейчас, дружище. Я тебя согрею. Не верится, что она ни разу не вернулась проведать, как тут ее дом. Как ты. Это не оправдание. Не за что. И куда же мне идти? Я не могу остаться. Но и отца бросить не могу. Наверняка что-то можно сделать. За мной. Все хорошо. Наверное. Давай. Я готов. Забери меня. Надо было учиться плавать, пока Мидгард не промерз. Эй! Я тут! Один! Птица! Это Асгард? Эй, подожди! Что это за место? Здесь чудесно! Не следа Фимбулвинтера. Стена! Это точно Асгард! Постой! Я иду! Саука!
Паука! Да, Фимблвинтера. Лучше просто идти к стене. Можно было бы их и обойти. Я вижу! Хорошо, я их вижу! Аука! Мой самый безумный поступок. Но если так, я смогу изменить судьбу отца. Эй, птица! Ты куда делась? Постой, я иду! Сейчас только проберусь. Так, а теперь куда идти? Все, ради чего я пришел в Асгард, по ту сторону стены. Вот ты где!
Что я скажу Одину? Привет. Я хочу стать твоим учеником, наверное. Но это не значит, что я буду тебе, ну, служить. Не так, как было сказано в пророчестве. Аука! Аука! Ух, за стеной наверняка безопаснее. Только как мне туда попасть? Мир не упоминал. Если Хримтур и сделал в ней лаз, рассказал он об этом только Фрейе. Я не додумался спросить. Стоп, а почему Фрейя была у нас дома? Она к нам переехала? Так, ну-ка соберись, Локи. Нельзя останавливаться. Надо дойти до стены и как-то через нее перебраться. А, ладно, теперь наверх. Отец бы просто сжег все с помощью клинков. А мне-то что делать? Аука! Может, магия печати на Луке с этим справится? Что там Брок говорил? Надо как-то заставить огонь перекинуться на кусты. Здесь наверх не попасть. Видимо, надо пробраться через заросли.
Вот так. Кажется, я слышу людей. Тебе помочь? Ты, кажется, потерялся. А, я просто осматриваюсь. Ну... На что смотреть-то, кроме стены? А в ней есть ворота? Не-а. Пройти могут только асы, но если ты ас, то и так это знаешь. Я? Нет. Я из Мидгарда. Что? Да ладно, я тоже. Я Скьёльд. Локи. Постой. Вы что, все из Мидгарда? Ага. Ну... Все отец спас нас от опустошения. Привел в безопасное место, но мы туда не ходим. В город без владения магией не попасть. А ты ведь не владеешь магией, а? Немножко, да. Что, да ладно, ходишь сквозь стены? Пока нет. Ха. А просто перелезть нельзя? Ха. Стену? Без снаряжения? Нет, ты не боишься умереть? Ну, боюсь. Она высоченная. Но Один ждет. Стой, ты знаешь все отца? Я вроде его ученик. Обалдеть! И чему он тебя учит? Я не знаю. Сколько учеников? Я не знаю. И надолго ты с ним? Ты не знаешь, понял? Ну, пойду заберусь на стену. Не могу такое пропустить. Помочь? Спасибо, но я лучше пойду один. О, я и не собирался лезть с тобой. Я обязан Одину жизнью, но не смертью. Но ты, конечно, не свалишься. Все, забудь, что я сказал. Это был Хугин? Хугин, твой проводник? Кто? Ворон Одина. Не знаешь? Хугин и Мунин. Отличный проводник. Хотя, вряд ли он знает, как лазать по стенам. И правда. Так, как ты это сделаешь? Понемногу, шаг за шагом. Ну, образно говоря. Слушай, Локи, ты вроде хороший парень. Очень не хотелось бы увидеть, как ты помрешь. Спасибо, мне тоже. Ты знаешь, что нельзя смотреть вниз? Мне нравится смотреть вниз. Тогда вижу, сколько преодолел. Отлично сказано. Я запомню. Забавно будет звучать в качестве последних слов, но... Что-что? Ничего, ничего. Слушай, все отлично. Спасибо, Скилл. Надеюсь, ты прав.
Тюра. Ух, теперь ясно, почему оттуда мы не попали сюда. Ладно, у меня получится. Все в порядке. Полезем дальше. А теперь куда? Эй, Хугин! Может, ты что-нибудь расскажешь мне, чтобы скоротать время, а? Но я так и думал, что ты это скажешь. Алка! Мертвые здесь! Тюратрас! Аука! Да-да, сейчас! Только цепь освобожу! Интересно, почему я не слышу твои мысли? Ходим вроде бы их слышал. Ведь это ты был в нашем доме, так? Ты и, наверное, твой брат. Будем считать, что да. Выдох. И... Да! Думаю, худшее позади. Или нет? А может, вы меня пропустите? Нет? Ну, как хотите. Алка! На счастье. Аука! Аука!
Ага, вверх, я понял. Соединено. Ну, вполне логично, наверное. Надо выстрелить и с другой стороны. Отлично! Может сработать. Ну, вперед. Есть! А! Опять бродячие огни! Стелфа! Ты летаешь, а я спешу как могу. Других лазеек не видно. Надо забраться еще чуть выше. Или сильно выше. Но не отступать же. Эй, Хугин, давай я расскажу тебе историю. Жил-был великан Локи, и решил он принять приглашение Одина, который звал его в Асгард. Один решил испытать Локи. Заставил его в одиночку лезть на самый верх стены Хримтура. И что же Локи... И что же Локи сделал? Полез наверх. Он лез все выше и выше. У него ныли руки, онемели пальцы, сбилось дыхание. Но Локи лез все выше, лез понемногу, потихоньку, на самый верх. Отсюда только вверх. Ладно, ладно, продолжим. Ну же, нельзя отступать. Да что у вас? Ладно, я смогу. Я справлюсь. Еще немного. Привет.
Привет. Итак, ты увидел огромную стену и подумал: о, там обрадуются гостям. Вообще-то меня ждут. Сам Один. Тебя ждет всеотец. Да. Тогда почему ты там, а не здесь? Спросим у него вместе? Могу продолжить? Итак, и зачем Одину, всеотцу, королю асов, может понадобиться такой, как ты? Это наше с ним дело. Ты сам не знаешь, так ведь? Может, поднимешь меня и... Ну, пожалуй, что нет. Пожалуй, я тебя сброшу. Нет, 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 нет. Да, я тебя сброшу, прощай. Стой, подожди! Только представь, как рассердится всеотец, узнав, что ты убил его гостя. Локи из Йотунов. Йотунов? Врагов моего народа? Я тебе не враг. Ну, это мне решать. Сюда, Локи из Йотунов. Стой, это Гьялархорн? Ты Хеймдаль? Естественно. Можешь насладиться великолепием Асгарда. Мало кто из чужаков его видел. Особенно из великанов. Ну да, конечно. Тащи все, что плохо лежит. Хозяевам это понравится. Задавай уже свои вопросы. Как ты узнал, что у меня есть вопросы? Это моя работа. Дальше. Что у тебя за работа? Я защищаю свой мир от всяких бед. Ты считаешь меня бедой? Мы же едва знакомы. А я уже вижу, как сильно ты хочешь показать себя. Слишком сильно. Видимо, из-за сильной фигуры отца, чьи ожидания ты не оправдываешь. Неплохо. Кроме того, предположу, что ты... дерзкий. Наглый. И порывистый. Ты совсем меня не знаешь. Я хочу помочь. О, то есть ты пришел помогать? Нет. Нет. Ты стараешься лишь для себя. А остальным ты врешь. Используй их, чтобы добиться того, чего хочешь. Я знаю, что ты еще юн. Хотя, пока ты лез, у тебя наверняка успел сломаться голос. Но душонка-то у тебя уже грязная. Ты хаос в обличье мальчишки-лучника. Я вижу, как твои речи обращают города в руины. Из твоего визита в Асгард не выйдет ничего хорошего. Вместе с тем, если ты пришел помочь всеотцу и не замышляешь ничего дурного, значит, ты наш союзник. Голтопор! Кто твой любимчик? А? Кто твой любимчик? Ого! Впечатляет почти как Бальдер, укротивший дракона. Бальдер мог играть с огнем, не боясь и обжечься. Моя сила в уме. Я перехитрю любого. Ха! Thank you.
что все боги асы? Что? Ты думаешь, все асы боги? Но Скьёльд сказал, а, что... А, ну если Скьёльд сказал, разумеется, кто бы это ни был, он явно знает про богов асов куда больше, чем бог ас, с которым ты говоришь. Ты хоть что-то знаешь о нашей культуре? Я много чего знаю. Что эту стену построил великан? Великан. Построил стену, защищающую от великанов. Римтур, сын Тамура. Я знаю эту историю. Вот как. Я с нетерпением жду, когда ты одаришь меня своим новаторским знанием об истории архитектуры Асгарда. Это дворец Одина? Дворец? Думаешь, Всеотец любит окружать себя роскошью, как смертные царьки? Наверное, нет. Это великий чертог, который собственноручно построил Всеотец. Мне жаль, что я тебя разочаровал. И видишь ли, истинное могущество не выставляют на показ. Оно проявляется само в нужный момент. Разве не так? Ха! Эй, шлемы! Я привел вам куклу для битья! Я думал, мы идем к Одину! Видишь ли, у тебя и впрямь дурные намерения! Так что я и близко не подпущу тебя к сердцу! Ну давай, покажи мне, какие еще фокусы у тебя в запасе! И это твой главный фокус! Вот потеха! Лежать! О, чудесно! Удивительно, как тебе при таких там... Дюранга! ...проиграли всего и неинтересно. Угадай, что дальше. Ты хочешь, чтобы Всеотец ждал? Как ни странно, именно хочу. Да, я более чем уверен в своем решении. И ты думаешь, это тебя защитит? Видимо, настоящий щит твои ручонки не поднимут. Что? О, как он это сделал? Я встречусь с Одином, так или иначе! Ты встретишься с ним за порогом смерти! Что? Это бессмыслица! Ой-ой, даже это не сработало! Вот теперь мне точно конец! О нет! Стрелы! Какой ужас! И все, что ли? Это все, что ты можешь, Йодл? Слабовато! Это все, что ты можешь? Да. Надо сказать, Локи, я совершенно не впечатлен. Знаешь, лучше не вставай. Прекрасно. Хочешь или нет, он гость Всеотца. Тут я вонь почуял. Еще один шаг, и это для тебя плохо кончится. Да что ты? И как ты намерен мне помешать? Взгляни мне в глаза. Ответ там.
больной ублюдок. Локи, добрался. Я так польщен. Я вижу, тебя встретил Хеймдаль. Он читает для меня мысли. Мальчик лжет, всеотец. Этот юноша, а он мой гость, весь в грязи. Объяснись. Он хочет тебя предать. Это так, Локи? Ты у нас хитрец? Да я это в шутку. Конечно, он хочет меня предать, Хеймдаль. Зачем бы еще он пришел? У него нет поводов мне доверять. Пока. Зато у него есть много вопросов. А я могу дать столько ответов. Что ты встал? Свободен, иди. С радостью. А ты почисти одежду. Но все, отец. Все, хватит. Хеймдаль, да хватит уже. Ты хотел убить меня при первой возможности? Вот. Что, этого тебе недостаточно? Иди отсюда. Да, тяжко с ним. Проницательный, но порой забывает подумать. Понимаешь? Меня ждут кое-какие дела. Как твой отец воспринял новость, что ты решил принять мое приглашение? Я не хотел бы говорить об отце. Так обрадовался? Не буду его винить. Моя бывшая жена и бывший обиженный подчиненный наверняка помогли ему составить свое мнение. Но ты любопытен и непредвзят. И это важно. Гришт, Мист, продолжайте. Меня здесь нет. Честно скажу, Локи, тебе повезло, что я не отозвал свое приглашение, когда ты помог сбежать Тюру. Но, думаю, его компания стала тебе достаточным наказанием, да? У Мимира хотя бы чувство юмора есть. Ну, это все былое. Я смотрю только вперед. Эй! Я велел их натренировать, а не обезглавить. Ниже шеи, понятно? И часто тут такое, когда меня нет рядом. Всеотец. Королева Гна. Эйнхерии ждут вашего благословения. Я ведь для того и пришел. Так у Валькирии новая королева. Эйнхерии славные воины, но из Вальгаллы они выходят немного растерянными. Я делаю для них, что могу. Помогаю вспомнить, кем они были при жизни. Согласен, что это очень важно. Знать, кто ты есть. Это придает смысл. Мунпиннафн Ротгар. Мунпиннафн Горм. Мунпиннафн Яна. Итак, теперь сюда. А, книги. Отлично. Это для него. Насколько я знаю, ты любишь читать. Я отложил для тебя кое-что из своего личного собрания. Спасибо. Йорген, только не говори мне, что это грибы. Спасибо за приглашение, конечно, но я не знаю, что от меня ожидается. Пока ты просто мой гость, Локи. Не торопи события. Не налегай, Карл. При всем уважении, я пришел сюда учиться, а не служить. Мне не нужен еще один слуга. Мне нужен кто-то смелый, любознательный. Кто-то инициативный.
Неплохо. Тушеное, да? Но почему я? Потому что я полувеликан? Подумаешь, Тор тоже. Эрленд, не спи, а? Я тебя прошу. Ладно, но... Слушай, не накручивай себя. Я кое-что задумал интересное и для тебя. Это шанс научиться чему-то важному для нас обоих. А моя семья, мои друзья, я должен знать, что они не пострадают. Почему они должны пострадать? Если ты помнишь, я с самого начала просил о перемирии. Слушай, ты уже здесь. Хватит переживать. Все будет хорошо. Мы почти дошли. Моя комната? Да, еще немного. Хочешь, заходи, хочешь, уходи. Бери, что надо, ходи, где хочешь. Ты мне не пленник. И самое главное, я тебе не отец. Всеотец, ситуация требует твоего внимания. Сир, ты опоздала на встречу нашего гостя. Поздоровайся с Локи. Это он? Здесь? В наших стенах? Как мило. Моя переговорщица. В новом Мидгарде все в порядке. С беженцами все хорошо. Возникла проблема с гномами. Вернулся сам знаешь кто. Не одно, так другое. Положи книги, надо еще кое-куда заскочить. Ладно. Ладно, я здесь. Где он? Он? Вон там. Всеотец, господин. Командир, давно не виделись. В чем проблема? Да ни в чем, если ты намеренно строишь смертельные ловушки. Я лично одобрил проекты механизма. Причем достаточно давно. Что за муха тебя укусила, что ты ко мне прицепился? Что за парень? Карманников натаскиваешь? Знаешь что, Дурлин? От тебя несет паршивым медом. И это лучшее, что тебе можно сейчас сказать. А теперь слушайте. Говорит ваша мошна с золотом. Я хочу, чтобы вы знали. Я в вас уверен. Уверен, что вы сделаете мне эти механизмы, как и обещали. Вовремя, заговоренную цену и, конечно, без травм. Гномы никогда не подводили меня и сейчас не подведут. Так? Хорошо. Ладно, сынок. Переведи. Как будешь готов к работе, приходи в мой кабинет, дальше по коридору. А, и переоденься, будь добр. Ну, можно и примерить. Хоть почище будет. Класс! Ого, это пригодится. Хороший станок. Чтобы улучшить.